Таравих 20 ракатов. Это пришло от Умара, когда он собрал людей в Чамат. За Убаем им и Тамим Аддари. Они совершали по 20 ракатов. Но в этом вопросе у нас есть выбор, иншаллах. Тут важно качество намаза, а не количество. Совершать по 11 ракатов лучше только как подобает. Допустим, имам с джаматом совершает 11 ракатов, и это занимает час. Другая группа совершает 23 ракатов и тоже за час. В этом случае 11 лучше, чем 23. Так как это соответствует сунне и совершенно как положено. Но если кто-то совершает 11 ракатов за 15 минут, а другой 23 ракатов за час, тогда 23 лучше. То есть, чем дольше ты в намазе и чем правильнее совершаешь, тем желательней. Неправильно будет сказать, что одиннадцать ракатов – это сунна, и при этом совершать их быстро. Он не обращает внимания на качество, его волнует количество. Это неправильно. В первую очередь должно волновать качество, а потом количество. Как ты совершаешь намаз? Наша мать Аиша говорит, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал четыре раката. Лучше не спрашивайте, насколько же они были прекрасны и долгими. И когда Хузайфа совершил намаз пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он прочитал в одном ракате около пять с половиной джузов. То есть это чуть больше двух часов в одном ракате. Да, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал 11 ракатов, однако должным образом. И без сомнений, если человек совершает 11 ракатов должным образом, то это лучше. Но если он делает упущение, читает быстро, то добавь еще ракаты.